Чайная рыба попала с объектива видеокамер. Морского черта сняли в Тихом океане ихтиологи. Время погружения на глубину около 600 метров. Один из самых загадочных обитателей Мирового океана вполне оправдывает свое название. Он крайне агрессивен. У него сравнительно большая голова с огромным ртом, длинный светящийся отросток на лбу. Плавник этот не просто освещает морские глубины, но и выполняет функцию удочки. Свет приманивает мелких рыб и моллюсков. Ну, морского черта поэтому называют еще удильщиком. О его жизни в естественной среде обитания еще многое неизвестно. Теперь у ученых появилась возможность получше ознакомиться с этим уникальным существом. Ну, длина, кстати, тела именно этого морского черта всего 9 сантиметров. Выглядит, правда, угрожающе.